Фокина неформальное общество поддержки людей с аутизмом «Маленький принц» представило социально-психологический проект «Планета фонарщиков». Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Неформальное общество поддержки людей с аутизмом «Маленький принц» – это организация, где дети и подростки с расстройством аутистического спектра совместно с родителями могут получить поддержку и квалифицированную помощь. Наше объединение неформальное существует 9 лет. Очень живой процесс, очень неформальный. Как существует? Ну, мы занимаемся ежедневно. Мы ежедневно занимаемся, собираемся, встречаемся через танец, через цирк, через театр, взаимодействуем. Ну и главная задача, как говорят, видеть друг друга, слышать друг друга, быть нужным друг другу. В коллективе с особенными детьми занимаются специалисты различных направлений. Цирк, театр, танец, веселые сенсорные игры для малышей и другое. Все это яркие инструменты в работе с такими детьми. Темы, которые не могут оставить равнодушными никого. Моя деятельность заключается в том, чтобы проводить занятия, давать детям что-то полезное, важные навыки. Навыки как цирковые, так и навыки социализации, так и навыки коммуникации, взаимодействия друг с другом, взаимодействия с окружающими людьми. Ну и также, конечно же, родители тоже участвуют в занятиях непосредственно и тоже получают все эти же навыки. Творческий процесс настолько живой, что бывает, одни направления дают жизнь другим, новым. И так постепенно жизнь коллектива обогащается новыми событиями, впечатлениями и радостными приключениями, что, несомненно, может сыграть в жизни участников необыкновенную роль. Одним из таких приключений стали гастроли социально-психологического проекта «Планета фонарщиков» в формате «Шапито». Отметим, что Фокино стал первым городом, где участники неформального общества решились показать свои таланты. Главной особенностью представления является то, что у него совсем нет сценария. Творческое представление – абсолютная импровизация. Родители детей с расстройством аутистического спектра являются главными действующими лицами, а их дети принимают участие в представлении только если сами этого захотят. И действуют они, руководствуясь исключительно внутренними ощущениями. Я сама артист, а мой ребенок, если захочет, он присоединится. Это вот у нас такая политика в «Маленьком принце». Она, ну, не задействована в спектакле, но если захочет, ну, то есть по ходу действия она может подсоединиться. На этом основан вообще весь принцип взаимодействия у нас вот в клубе с детьми. То есть как только ребенок желает, все, мы тут же его подхватываем и включаем в общее действие. По окончании представления зрители смогли сами попробовать себя в роли цирковых артистов и станцевать вместе с гостями нашего города.
Есть заблуждение, что люди с расстройством аутистического спектра всеми силами избегают контактов и не нуждаются в них. Это не так. У них есть потребность в общении, просто они ведут себя иначе и реагируют совсем не так, как мы привыкли. Такие организации, как Неформальное общество поддержки людей с аутизмом «Маленький принц», ставят перед собой задачу помочь таким людям наладить контакт с миром.